дружим. Вот это у нас столько вот грязи тут. Собака тут сутулая. Давай. Саш, в душе я спал. Что, должны играть в волейбол с полицейскими? Ну-ка, рот закрыли, что вы орете здесь? А! Алло! Давай! Я сейчас взну. Что там происходит? Привет, с вами Куся Пикуся, в новом канале, сегодня будет влог. Это влог! За нами бегали со шваброй. Да, я это ставлю. Полин, беги! Беги! А мы сюда можем зайти. А я в туалет пойду. Я с вами сейчас драться буду, вы погодите. Давайте драться! Погоди, да, нормально. Это бомба. Что вы сделали опять? Тише. Да еще тебя дочь тут с педагога будет отматывать, скажи мне. Какого тут с педагога? Ника всегда права, запрещенка. Забирай. Нет. Зеркало. Нет. Забирай. Там пиковая дамочка на вас придет. Книга. Колонка запрещена. Николай Васильевич не забирает нашу вещь. Запрещенка. Да. Мы караоке телефон. Запринг. О, тапки. Тапки, тапки тоже запрещенка. Гиб ми. В общем, мое утро в лагере начинается. Короче, я иду стирать носки. Вот, пока кто-то там идет умываться, я уже умытая, накрашенная, иду вот стирать носки. Вот такой у нас будильник. Чтобы вы понимали, это у нас за стеной. Это даже не за дверью, это за стеной. Встали. Любите эту музыку, а? Мне плохо. В общем, мы сейчас пойдем на зарядку, будем прибирать комнату, а потом пойдем в столовку. Ой, Ваня, шишка, Ваня, шишка. Что-то не сидится дома. А, Валя, шишка. Кстати, у меня фигня это не стирается. Я вот пиковую даму вызывали еще в самый первый день или во второй, не знаю. Ну, в общем, во влоге есть. И вот у меня до сих пор она не пришла, во-первых, во-вторых, она не стирается. Не пришла. Вот, должна тут, а тут она еще. Придет когда-нибудь. Что вы мечтаете? У нас лучше будет. Хорошо! Музыку не вырывай. Какую? Я как все, как-то двинулся на тебе, как-то слишком сильно. Что с ним другим не перед нами? Но и он нас забудет, что придет и знает. Ты на моих руках. У нас нету видения. Швабры нету. Я все комнаты обошла, не знаю, ты видела, нет, я даже на веранду потом взяла, отвернула, вышла. Вот и живем, вся правда о лагере. В общем, аккорд АМ. Потом G. Если я его еще правильно зажимаю. Вообще, надо заглушку как-то вот так делать, а я вот так, я потому что не умею. Идеально. Идеально надо. Похер. Вот это у нас столько вот грязи тут. Причем мы убираемся каждый день. Ну и к нам заходит постоянно толпа людей. В общем, я тут прорекламировала свой канал. Викуся-пикуся, ютуб. Дальше тут. Тут стерлось. Я тут карандашом писала. Короче, тут было написано то, что 311 подписчиков у меня. А сейчас уже на данный момент 351. Мы идем в столовку. Нифига, это что, весь наш отряд? Да. Нет, а, там еще второй идет. Опять этими шашлыками пахнет. Там жарят. Там жарят. И там костер горят. Короче, первый огромный минус лагеря, это то, что нам каждый раз на завтрак дают молочные каши, потом хлеб с маслом и с сыром.
и какой-нибудь там, может, кофе, какой-нибудь какао, то есть, либо чай с сахаром. Мне ничего из этого нельзя, поэтому на завтрак я всегда остаюсь голодная. То есть, пока все в столовке, я сижу одна в комнате. Сейчас буду играть в игру «Пицца». Есть чем гордиться. 33 богатыря! Раз приснется в скором беге и останутся на бреге 33 богатыря, чешуе золотой горя. Еще речевка. Раз, два, три, 33 богатыря идут на бой губить себя на поле боя. Окруженный враг наш побежден. Идем, короче, на линейку, как всегда, петь. Будем гимн России, нас будут награждать кого-то. Рассказывать, что вообще сегодня будет. В общем, вот так вот. Собака-то сухая. А что нам? Вы решили за нас полы мог помыть. А что, за нас полы да. Сейчас мыть будем? Она грязная, ведро изнутри. Мой. Мой. У тебя все получится. Давай. Цепочка запуталась. О, боже. У нас сейчас будет кружок гитары. У нас четвертая комната 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 5, 5, 5, 3, 5, 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
Саша. Печаль моей душе я вспоминаю. В этом мире только мы одни. Ялта, август. Смотрите, Полине привезли щавель, мы идем в щавель. Тебе нравится? Фоня. Не, знаете, как модели делают, да? Короче, делаем подделку, типа робот какой-то. Девочки что-то придумали. Богатырь. Короче, девочки что-то придумали, вон делают. Там... Короче, мы пришли только, только что со столовой. Что там происходит? Твои тапки. Я тебя еще этим тапочком. Я сейчас плюну, блядь. Ой, извиняюсь. Это что вообще? Снимайте. Снимай. Я еще плюну, на. Я тебе в зуб потом. Я серьезно говорю. О, господи. Давайте ему тапок снимем. Аккуратно. Влог на YouTube. В общем, смотрите, что придумали девочки. Какие-то эти, как их зовут? Кокошники. Кокошники. Мы будем сегодня выступать. Сейчас. Тут, короче, перекрашиваем вот так вот. Кто это... Ты... Передай привет подписчикам. Привет, подписчики. Полина, ты спала. Я Вика. Ты с Полиной играешь в волейбол. Ладно. В общем, кокошечки мы пока забросили делать. Мы все пошли на столовку. Где? У нас сейчас будем кушать бананы. Банан не будет. Кто будет? Ой, кто не будет, еду же давайте. Бананы едим. Короче, у нас все бананы собрали. Бананов не осталось, собственно, полиосок никто не пьет. В общем, у нас очень зеленые бананы, то, что они прям даже просто... Жесть! Как его открыть? О! И знаете, как обезьяна? В общем, я попробовала. Это не мое. Это не мое. Быстро. Я не дежурная. Банан не вкусный. Вот как у них может быть 310? Ой. Короче, это жесть какую-то. Я должна написать текст. Потом мне говорят, что я должна играть в волейбол с полицейскими. А еще мне надо выступать. И я типа не знаю, что делать. В общем, я должна была играть против полиции. Но в итоге я танцую. Капец, блин, жалко.
Я бы поиграла. Ну ладно. На самом деле, играю в волейбол вместо танцев. Сейчас соберу себе футболку. Вот им. Мы поиграли. Мы все мокрые, все грязные. И мы еще и проиграли. Ура! Алена, иди сюда. Смотрите, как накрасилась впервые за три дня. Ура! Ошалеешь! И в белом танце кружимся. Ну все, наверное, мы с тобой подружимся. Мы сейчас нашей комнате. Что там случилось? Что с дверью? Нет. Ну молодцы, молодые. У нас что опять за сборище в комнате? Дай тебе тут заколку скорее. Ну мой айфон снимаешь, да? Да. Она. Она. Она хозяйка большого кабана. Все. Прическа называется «Я мама, там отличница». Я мама, дебилка. Эй, ты что там моешься? Да. Ты реально моешься? Нет, ты что, дура, что ли? А что у тебя? Я переодеваюсь. Ясно. В общем, я реально не думала, что у меня будут волосы настолько мокрые, но они реально очень мокрые. Обратно. Второй отряд, вы что сюда пришли? Мы заставили. Давай! Давай! Кокошник! 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 Так, ну-ка, рот закрыли, что вы орете здесь? Извините. Вот-вот! Вот-вот, мартышки себя завысила. Да. Мне кажется, может, не будет. Смотрите, у меня волосы вышахли, и Полина моет рейхи. Вышахли? Да. Потому что не со мной, ты, а с ним, Юля. Они такие черные стали. А только что были коричневые, чё к чему? Пошли бахать по 2 грамма. Все вышли? Не, мы по 2 грамма бахать. Все вышли, да. Все вышли. Подожди, вот это шо? Убирай отсюда. Куда это? Так они ладно, моют тумбочку. Кто где это сделал, во-первых? Они тумбочку моют, Ален. Ален, они что? Тумбочку моют. Это завтра... Ай! Чё вы тут по 2 грамма пьете? Это да, а что оно у тебя грязное? Фу, воняет. Чем тут воняет? Духами, мужками. Я чувствую какао. О, Алена. Штаны. Алло. Нет. Что за позы? Фу, вы что тут напердели? Вообще-то не было еще такого. Эй, говорю, ну-ка, ну-ка. Понятно. У нас еще хуже. Фу! Пока обзор на наш шкаф. Не, у нас... А там по-любому... Эй, братан! Алло! Слушайте, кто назовет еще раз? Ее Полина или меня, Вика, вы получите поебать. Полина, Вика! Задолбали! Ты неправильно вон деваешь. Ты настолько что перепутали. Давай, блядь. Давай, твоей шоколадки. Давай, стой, слишком хорошая. А ты что прилег? А что за... Что за влоги? А что? Мы сейчас бзнем. Мы сейчас бзнем. Я уже хочу. Он на поле вас. Там такая газовая... У вас там звуки обитают. Подожди. Сейчас я сам закрою. Сейчас. Я сейчас взну. Сказал Матвей. Полин, сними меня. Сейчас будет... Я сейчас взу, сказал, Матвей подхватила. Вика, стали дружно, мы извинились. Не краси, что с камерой? Что там? Смотри, какая она страшная. Так потому что темно. Я сейчас взу, сказал Матвей. Всё. Подхватила Вика, стали мужно, о, дружно, а мы извинились, что так. Сейчас где? Подхватила Вика будет. Подхватила где, Вика. Где Тань, покажи. Посмотрите, как красиво, там радуга, сразу две причем. Очень здорово. Вот что у нас сегодня на ужин. Это вроде очень вкусно. Окей. У нас дикий общий сбор. Мне очень сильно болит живот, поэтому я не знаю, что делать. И давай. Давай. Раз.
как легко. Два. В общем, ребят, думаю, на этом буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пикуси-пикуси. Всем пока.